Всем привет! Был у меня розыгрыш. Номер 4 на кону стояла эта монета. Итак, у нас новый победитель. Это Антон из города Житомира. И сейчас мы, как всегда, на камеру будем паковать и идти на Укрпочту отсылать. Такая пузырка кусочек. Там конверт тоже с пузыркой. Ну, я на всякий пожарный закручиваю. Вот так вот еще. Сейчас мы еще скотчем. Житомир у нас впервые выигрывает. Так, вот монета. Положим ее в конверт. Отправка полностью за мой счет, поэтому победитель абсолютно ничего не платит. Ни за конверт, ни за что. На выходе чистая монета, чистый приз. Так, Антоха, посылка готова. Сейчас иду отсылать на Укрпочту, поэтому встречай. Ну вот как-то так, друзья, происходят наши розыгрыши. Показываю в каждом ролике, делаю видеоотчеты, упаковка, отправка, поэтому сложного ничего нет. Если вы хотите, чтобы были розыгрыши чаще и на кону стояли более весомые какие-то интересные призы, обязательно подписывайтесь на канал, потому что чем нас больше будет, тем я смогу инвестировать еще больше в призы, на подарки и так далее. От количества подписчиков также это все зависит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!